Guten Abend. Есть такие фильмы, которые настолько плохие, что они даже популярны и даже имеют свою аудиторию. Ну, это вот один из таких фильмов. Очень-очень абсурдный фильм. Нелепый, бессмысленный, но это даже хорошо. Потому что сразу уже понимаешь, что он ни на что не претендует. Это просто какая-то заставка на телевизоре, которая играет, пока ты там столы протираешь, или, может, кушаешь, читаешь книгу, или там просто болтаешь с друзьями. То есть, так, для фона, если вам повезет, в нужный момент вы отвлечетесь на какой-то именно смешной момент, а там такие моменты есть, вы как раз поржете с друзьями и не пожалеете, что эта ерунда играла у вас на телевизоре. Danke schön, auf Wiedersehen.